Этот детский сад в Новоленино почти готов, при том, что работы начались всего 2 месяца назад. Осенью здесь примут первых воспитанников – 220 человек. По соседству строится еще один садик, тоже на 220 малышей. Очередь за местами в дошкольные учреждения, в которых сейчас состоят более 27 тысяч человек, тает на глазах. 1 июля в детских садах будут уже списки детей, попавших в детский сад. И таковых детей будет 13 129 детей. В том числе и сюда же в эту цифру попадают дети не только от 3 до 7, но и от года до 3. К началу 2016 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет будут обеспечены местами. В течение года мэрия планирует решить вопросы с малышами ясельного возраста. На 2016 год у нас планируется, уже сейчас отрабатывается порядка 8 объектов в работу, не считая переходящих двух. В том числе и непосредственно под ясельные группы. Это вот для ребятишек от 1,5 до 3 лет. Всего в Иркутске сейчас возводится 11 детских садов. К уже действующим пристраиваются дополнительные корпуса. Работы финансируются с федерального, областного и муниципального бюджетов. В общей сложности на эти цели выделено более 1 миллиард рублей. Иван Занько, Константин Синицын. Новости сейчас.